así. Todo. Эй, смотри, тут для тебя металлохлом. Смотрите, хрюкеры, там что-то есть. Полезная вещь. Дневной свет почти иссяк. Добро пожаловать в Холмонорку, чистую сухую пещеру. Круши его. С иголочки. Впереди тебя ждет еще много-много нового. Выше голову! Ого, смотри, это резинохлом. Забирай это с собой.
С твоим отсутствием энергии даже не надейся. Ночью темнота поглощает все. Ого, это же электрохлом. Его не так просто найти. А вот и монолит. Но оно где-то рядом. Ясное дело, ночью-то тени нету. Или все, что есть, это тень. Ну, ты понимаешь. Чтобы тут добраться до вершины, надо спускаться. Днем всегда веселее. Радуйся этому.
говорит, что они дожидались твоей помощи, чтобы освободить заставу. Пока они ждали тебя, они сходили на разведку на заставу и предлагают показать, что они там нашли, прежде чем начинать бой. Говорит, что разведчики обнаружили гнездо моли неподалеку от заставы. Уничтожь его, и моль заполонит это место в поисках нового дома. Прикидывает, что моль доведет всю заставу до безумия, и тут появляешься ты. Просто возьми и разрушь его. Мочи их! Чудовищу конец. Убой за бой. Как-то тут грязновато в этой грязи. А вот твоя Панама. Защищайся. Что это у тебя на голове? Культурно выглядишь. Ну, хоть кто-то носит штаны. Тебе пока не хватает способностей. Еще немного, еще чуть-чуть. Мозгов тут было маловато.
Небо сереет, становится... Какого гнезда? О, а вот и моль полетела к заставе. Ох, она в ярости. Теперь застава принадлежит твоему племени. Он говорит, что благодаря тебе они стали слабее, но пока не сдаются. Твой Шифу тебе благодарен. Твое племя становится сильнее. Думает, что ты молодчина, и с захватом третьей заставы соперников очень здорово вышло. Теперь враг ослаблен, можно напасть на их форт. Hello? Говорит, какое счастье, что это наконец закончилось. Он знает что-то полезное. У племени соперников осталась последняя застава. Пора с этим кончать. Говорит, остерегайся пустошей и веди себя осторожно с дикой природой. Не удивится, если вы снова Он знает, что... Обещает никуда не деться. Думает, что ты молодчина. И с захватом третьей заставы соперников очень здорово вышло. Теперь враг ослаб. Они все надеются, что ты приведешь их к миру. В воздухе что-то изменилось. Похоже, занимается заря. Ходят слухи, что к племени присоединился Ронин. Это, видимо, ты.
Это может стать началом конца всего. Просто проверь эту хрюкову груду. Всегда полезно иметь под рукой пару древохломин. Как раз кончилась энергия ци. Для тебя точно закрыто. Будущее в твоих руках. Позаботься о нем. Полетели клочки по закоулочкам. Отличная штука. Может, сейчас оно тебе ни к чему, но потом понадобится. Лучшие истории получаются про героев. Выйдет ли из тебя герой, тебе решать.
Только тебя и ждут. Захвати этот форт, и это поможет установить мир между племенами. Разведчики доносят, что неподалеку творится что-то, с чем стоит разобраться, прежде чем захватывать форт. Они установили у форта штурмбашню, чтобы помочь тебе перебраться через стену. Но сперва тебе нужно запустить рулевую рубку. Говорит, что теперь не придется стучать, чтобы тебя впустили. Не отстраняйся. Это важный момент. Сосредоточься. У тебя ужасная слабость. Вот это убойность. Пришла пора освободить племя соперников. Постарайся минимизировать ущерб, пока будешь пробиваться к их шифу. Подчеркивает, что одно дело склонить удачу на твою сторону, подготовив захват форта, и совсем другое — пострадавшие случайно товарищи. Сжигатель. Сухотравье легко вспыхнет. Высеки искру, и из нее разгорится пламя. Я
ярче тысячи солнц. Даже в болоте было бы суше. Лезь давай, лезь давай, лезь! Вон там фейерстойк. Давай, раскочегарь ее. Осадный таран – отличный способ пробиться через ворота. Спорим, тебе стоит постучаться, дверка и откроется. С ума сойти! Племя Джагни хочет стать вездесущим и, что важнее всего, грозным. Они надеются одолеть племена, ибо единственный способ гарантировать мир – это высшая власть. Он не ожидал, что все так обернется. Трудно будет отговорить тебя от драки. Он сомневается, что у тебя достанет харизмы, чтобы тебе сдали форт без боя. Говорит, что осознал, что лучше закончить дело миром. Он сдаст тебе форт. Соперник Шифу повержен, и судьба его племени в твоих руках. Ты можешь решить их судьбу, но ответственность за свой выбор будешь нести ты. И только ты. Он предоставит решать судьбу Шифу соперника тебе.
но предлагает проявить милосердие. Делай добро, и воздастся тебе добром. Полагает, что предложить другим поддержку, если понимаешь, что они в ней нуждаются, хорошее дело. И вот так ты сплетаешь свою судьбу к добру или к худу. Переплести ее невозможно. Они встанут плечом к плечу и помогут восстановить стабильность и порядок. Тебе нужно захватить заставы соперника и ослабить их племя так, чтобы бросить вызов шифу противника в его крепости. Твой шифу доволен. Ты еще на шаг ближе к объединению племен. Жаль, что нам пришлось применить силу, чтобы убедить их. Но его все еще беспокоит судьба мира. Считает, что ты ведешь войну по принципу, что цель оправдывает средства. Он говорит, что с момента вашей первой встречи твои силы возросли. Ты знаешь лучше, чем кто бы то ни было, что судьба мира еще не решена окончательно. Тебе нужен мир, где каждый будет отвечать только перед своей совестью. Слушай этот тихий внутренний голос, который позволяет отличить правое от неправого, истину от лжи. Если хочешь жить без страха смерти, никогда не иди против него. Он знает что-то полезное. Это посох Джагни. История должна идти вперед. У тебя ничего не осталось.
Принимай мир всерьез, иначе он избавится от тебя. Чувствуешь усталость? Выбери место и отдохни. У тебя ци пропала. Привратник приветствует тебя в форте. Гадает, зачем бы Шифу понадобилось говорить с тобой. Но он пропустит тебя, и ты сможешь попытаться. Он знает что-то полезное. Древо падет, если ты не поможешь. Он знает что-то...
все твои действия имеют значение и для тебя, и для всего мира. С твоим уровнем ЦИ ничего не выйдет.